Совсем недавно я обсуждал с вами новые автомобили на Black Rush. Это была Газель и это был Volkswagen T6. Тогда, если вы посмотрели предыдущий видеоролик, я говорил о том, что, мол, было бы намного лучше, если бы на вот этой вот всей Black Rush, кстати, ссылочка на скачивание лаунчера в описании, если бы вот этот вот Volkswagen T6, если бы вот было больше скриншотов того, вот что вообще из себя представляет вся эта машина, чтобы мы, ну, плюс-минус понимали. И вот сегодня, когда я озвучиваю данный видеоролик, в общем-то, Кирилл Вовк, наверное, меня услышал, увидел, почувствовал, разузнал, познал и все вот это вот прочее. И, в общем, есть следующий пост. Основатель Black Rush Кирилл Вовк на своей странице показал немного больше фотографий автомобиля того самого Volkswagen T6, но в других ракурсах. Как думаете, какая будет стоимость данного семейного автомобиля? Тут, конечно же, нет слова семейного, тут есть просто типа стоимость данного автомобиля. Ну, давайте сейчас его рассмотрим немного с других ракурсов. То есть мы рассматриваем все это. Вот, то есть, как будто бы это какая-то, я там не знаю, игровая презентация, или какие-то вот эти вот, я там не знаю, трейлеры игры, или это там, я не знаю, Five Nights at Freddy, новые вот эти вот все мифы, догадки, легенды, или это GTA San Andreas, там тоже новые мифы, догадки, легенды, загадки, разгадки, все вот это вот прочее, все будет на моем канале, если вы вдруг мало ли не знали, поэтому, как бы, ну, я не знаю, ссылка-то на скачивание всего этого, она находится в описании, поэтому и подписка на мой канал, она также находится в описании, поэтому вы также можете со всем этим, как бы, разобраться и вообще много всего вы еще можете понять. Однако, давайте вот рассмотрим наконец-то все эти машины. Я думаю, что на второй минуте видеоролика мы как раз можем ко всему этому подойти и обо всем этом, в общем-то, узнать, разузнать, расспросить, рассказать и, в общем-то, сделать все прочие вещи. Давайте перейдем ко всему этому. На первом скриншоте мы можем увидеть тот самый Volkswagen T6, просто с немного другого ракурса. Но тут, в общем-то, так и все и будет, потому что в тот раз он стоял, но камера была направлена, так знаете, немного левее она была. А сейчас она так правее, и ты вроде как видишь правую часть всего этого Volkswagen, и ты понимаешь, что, наверное, да, это семейная машина, на которой можно будет, там, я не знаю, со своей женой, РП-женой, со своими, там, я не знаю, РП-детьми куда-то там поехать на природу, может быть, отдохнуть, может быть, сделать, там, я не знаю, какие-то еще вещи, которые будут вам угодны, и вообще еще много всего, разумеется, можно сделать, поэтому ладно, давайте, то есть тут все понятно, я думаю, вы можете, как бы, все это обсудить в комментариях, если захотите, потому что, ну, как бы, свободная у нас все-таки страна, и мой канал, он также свободен, поэтому вы все это можете обсудить, посмотреть, рассмотреть, может быть, даже рассказать в какой-то степени. Поэтому, друзья, переходим, хотя, может быть, и враги, переходим ко второму скриншоту, который тут у нас, в общем-то, есть, и которого тут у нас, в общем-то, иногда может быть и не быть. Тут у нас, разумеется, уже показали то, как весь этот Volkswagen будет выглядеть изнутри. Я вообще не припомню, чтобы хоть на какой-то одной из моделек машин был вот интерфейс изнутри. То есть, я вообще-то, ну, может быть, он и был, но я не помню, чтобы его вот так вот отдельно прям показывали. То есть, Кирилл Вовк этим сам хочет нам показать, наверное, то, что они потратили очень много денег на разработку всего вот этого вот, я там не знаю, модельки машины и всего прочего. И я не знаю, возможно, что это как раз все для того, чтобы там, не знаю, поехать на море куда-то, потому что на своей страничке ВКонтакте он написал то, что типа самое время отправиться на море, и приложил вот эти вот два скриншота, типа вы там на Black Rush со своими РП-детьми, женой, друзьями сможете съездить на море, и там, наверное, будет много всего того, с чем вы хотите познакомиться, ознакомиться и вообще сделать прочие вещи. Поэтому я не знаю, что еще тут можно сказать по поводу всего этого. Будем ждать, пока все это выйдет. Возможно, все это выйдет вместе с, я там не знаю, новым серваком Black Rush. То есть, вполне возможно, это нельзя отрицать, это нельзя как-то вот вообще пренебрегать всем этим. Поэтому я думаю, что все это в той или иной степени выйдет с новым серваком. Однако, ничего загадывать тут я не буду, потому что кто я такой, чтобы все это загадывать? Меня, так сказать, отдельными полномочиями по поводу всего этого и какой-то отдельный такой, знаете, инсайд информацией не снабжают, к сожалению, поэтому вот как-то так я сижу, отдыхаю и рассказываю вам обо всех этих новостях. В общем-то, на этом, разумеется, все. Увидимся тут же завтра, наверное, чуть позже, 8 часов. Всем пока.